обычно, когда на соревнованиях, там, даже вот в школе, например, вот парами люди ездили, да, и получается, что пассажир выходит спереди и показывает траекторию, где меньше ям. Ну тут, в принципе, я говорю потихонечку. Просто, понимаешь, вот на соревнованиях там идет счет времени. Там
сейчас просто в обратном поедем. Потому что я, кстати, в обратном хочу сам посмотреть, как она будет. Здесь в чем прикол, что знаешь, нет, но проговорить. Одна и та же локация, вперед-назад, по-другому едет. Можно так проехать быстро. Тоже.
посмотришь. Попадаешь в ноги, а потом дальше никуда уже, знаешь, не хочешь особо.
будет крутой спуск вот после этих двух холмиков. Поэтому очень внимательно. Снимайся. Там он очень крутой. В общем, рекомендация все та же. Тримайся крепко. Руки за салон лучше не вытягивать. За что-то не тримайся? Ну да, вот за это, наверное. Окей, погнали. Ну просто да, это... Да.
что есть две прокапанные траектории, а я с ними был не очень согласен, потому что там, знаешь, они то разбой, то еще что-то. И я вот ездил вот это вот большинство, вот это все я раскопал. Ну, кроме вот этих. То есть это вот эти основные с двух сторон. А потом уже и тут начали люди ездить. Сейчас смотри, будут ветки, очень аккуратно, прячься внутрь. Потому что прям хорошо. Thank you.
обычно понижаете ее, понижаете сильно, и тормоз, в принципе, нельзя нажимать. Чтоб машину не понесло, чтобы колеса не заблокировали и все остальное. Поэтому иногда вот скорость, с которой мы едем, вот, что-то тут появилось. Немножко долбануло. Сейчас будет ямка.